Як то кажуть, хліб усьому голова. І, на жаль, деякі райони нашої країни стикнулись із проблемою його катастрофічної нестачі. Райони, що перебувають під постійними обстрілами російських терористів. Міста, де знищені пекарні. І доставляти чи навіть випікати хліб для людей взялися волонтери. З нами на зв'язку волонтер із Харкова, який випікає хліб для містян та військових. Його звати Дмитро Жуков. Йому, до речі, 21 рік. Дмитро, я вас вітаю в ефірі єдиного марафону. Так, вітаю. До Великої війни ви були кухарем в кафе. От звідки з'явилась ідея випікати хліб? Як почався ваш волонтерський шлях? Розкажіть, будь ласка. Це було випадково. Коли почалась війна, я на 3 дні виїхав з міста. Мені подзвонила мій керівник і говорить мені, що Дмитро, хочеш ти попрацювати на благо міста та допомагати людям. Смотрите, з самого першого дня я почав це все робити один. То есть выпекал я, а там находился в помещении один, у меня были волонтеры, нас, получается, было около 5 человек. Самый главный человек — это тот, который доставал нам все необходимые продукты. Вот. И также у нас еще было волонтеры, которые сами ездили и развозили еду, а также хлеб нуждающимся людям. Первые 3 дня я пользовался теми ресурсами, которые были в кафе. Вот. Только потом уже мы обратились там те, которые могут там помочь фондам, и более-менее где-то за неделю-полторы недели уже мы могли более-менее, как говорится, работать на полный максимализм, на полный максимал. Тобто ви самі спочатку, да, випікали? Скільки ж хлібин самотужки вдавалося напекти за день? Когда только я начинал с маленьких порций, потому что я там пару раз в своей жизни пек хлеб, но в основном это было максимум там в день штук 5, а тут очень большие объемы, и мне пришлось выпекать с нуля, грубо говоря, потому что когда ты печешь лично для себя, там совсем другие пропорции, совсем другой объем. Я заново учился пользоваться духовкой, выставлял время. Примерно поначалу делал 100, а потом, когда уже где-то через 1,5 недели, когда я только начал это делать, я уже начал делать другие обороты, и около 200-250 в день, даже иногда доходило до 300 буханок в день. Также я еще пытался готовить обеды. Мне привозили курицу, честно, не знаю откуда. Это была замороженная курица. Я пытался делать бульоны какие-нибудь, потому что тогда уже было буквально неделя, когда люди были в погребах, в бомбоубежищах, которые не могли выйти. И я пытался что-нибудь сделать повкуснее, там кашу мог сварить, там отдельно мясо сварить, там еще было там что-нибудь в виде овощей, обязательно овощи туда добавлял. Также делал, знаете, как в кафешках, такие идут бульоны с куриным яйцом, с лапшой, а также мясо и зеленушка. Я пытался еще так же делать. Да, это занимало очень много времени, но мне хотелось как-то разнообразить что-нибудь, чтобы кому-то делать приятно. Дімі, от я, до речі, знаю, що ви ці гарячі обіди готували для самотніх похилих людей. Як вдавалося їх доставляти? Адже ви самі кажете, що люди там ховалися в бомбосховищах. Хто це все розвозив, куди? У нас були волонтери, які цим займалися. Це безстрашні люди, спасибо їм велике. Якщо б не вони, мені здається, ну, много людей остались бы голодные на то время.
То есть были специальные группы, по которым люди там отсылали свой адрес и писали, что им нужно. То есть от лекарств до еды. И волонтеры там также за свои средства или за средства каких-то там фондов, которые помогают им, они покупали это или пытались где-то найти. В основном мы тянули все с Львовской области, на то время только с Львовской, потом, когда уже Киев отбили, начали уже через ближе какие-то места доставлять оттуда какие-то лекарства или еще что-то. Также я знаю много людей, которые позакрывали свои бизнесы ради того, чтобы отдать все, что у них есть. То есть рестораны, которые или кафе, которые до войны работали, они там не оставили себе, а полностью отдавали все, что могли. То есть я знаю кафе, там у них была семга или еще что-то, и они пытались с этой семги что-то приготовить, какие-то супы, еще что-то. Вот. Ну, в основном, да, это волонтеры, спасибо им большое. Угу. Вот, вот так вот. А из закупівлею продуктів хто допомагає от і зараз? Адже і на хліб потрібно там борошно, яйця, на обіди потрібні інгредієнти, і на бензин потрібні гроші, щоб потім все це розвести. Це все пожертви небайдужих людей, чи якось влада, не знаю, підставила плече? Насчет влади я не знаю. Є у нас на даний момент нам допомагає, не знаю, можна називати чи ні, кто нам помогает, вот, это будет считаться рекламой или нет, нам помогает фонд, а также сами волонтеры, которые этим занимаются, много волонтеров за свой счет покупали и, ну, уйму чего, то есть и хлеб, вот, у меня есть хлеб, и муку, и дрожжи, и масло растительное, то есть мне помогает человек, ее зовут Вика, она тоже журналист, она со мной с первых дней, то есть и мы с ней постоянно на связи, и я этим толком не занимаюсь, я пытаюсь деньгами никак не распоряжаться, то есть я просто прошу, то есть там, мне нужна мука, мне нужно это, мне нужно то, и мне приходят. То есть я пытаюсь не брать на себя ответственность деньгами. Дім, я хочу про вас ще поговорити, тому що от я знаю, що ви навіть ночуєте на кухні і спите на імпровізованому ліжку з пенопласту. Це так? А коли обстріли, є у вас укриття там? Да, я нахожусь и также живу и работаю в кафе, в харьковском кафе. Это идет помещение три этажа. То есть там идет подвал, первый этаж и второй этаж. То есть кухня идет на первом этаже, этот первый этаж, он идет полуподвальный. То есть половина первого этажа идет в полуподвале. И идет нулевой этаж, который идет полностью в подвале. Там идет 5 метров глубина. Вот, живу я там, в подвале. У меня, как я туда приехал, я был не готов к этому. То есть я не знал, что меня ждет. И я с подручных средств, то, что там было, как-нибудь сделал себе. Поначалу у меня не было ни одеяла, ни подушки, то есть там какие-то вещи, мы же там раньше работали, и там у кого-то курточка осталась, или еще что-нибудь, я там все понастелял, позастилал и как-то спал. А потом после этого уже, когда более-менее уже стало спокойно, я начал просить волонтерам, чтобы они мне привозили, там, кто-то плед мне привезет, кто-то подушку привезет. Также я туда поехал в просто спортивных штанах, в мастерке и в курточке, и также в кроссовках, и все. То есть вещей тоже у меня не было, у меня было на работе фартух, я работал в этом фартухе где-то дня 3, наверное. А потом уже начали что-то привозить волонтеры, помогать, спасибо этим огромным людям, это люди с большим сердцем.
Дім, а що з вашим домом? Ви не могли поїхати взяти речі? Смотрите, на тот момент были очень сильные бомбардировки, то есть выходить было не то что страшно, а можно сказать даже небезопасно. То есть я находился в центре, и это очень небезопасно, потому что постоянно были взрывы, постоянно были выстрелы. Получается, я как живу в другой части Харькова, мне было неудобно туда добираться, и мне пришлось как-нибудь просить волонтеров, чтобы они мне помогли. Дім, я хочу вам подякувати за ту роботу, що ви робите, за допомогу українцям, які опинились віч-на-віч з горем війни. І от як завжди ставлю традиційне питання волонтерам. Яка допомога потрібна вам от зараз? Від однодумців, від містян, від представників влади? Адже ми розуміємо, що волонтери – це дуже важка праця, то не просто якісь залізні дроворуби. Ви можете зараз звернутися і попросити про допомогу. Так ничего не нужно, но я хотел бы очень сильно попросить тех людей, которых не затронула война, чтобы когда к ним приезжают люди из Харькова или из других пострадавших мест или городов, чтобы они не набрасывались на них, а как-нибудь помогали, потому что эти люди остались без дома не просто так. То есть они не захотели и уехали, а они были вынуждены покинуть свой дом, оставить то, что они нажили. И я очень сильно прошу этих людей быть намного мягче, потому что я знаю, что есть такие люди. Дім, дуже дякуємо вам за вашу роботу. Це був з нами на зв'язку волонтер із Харкова Дмитро Жуков. Людина з великим серцем. Продовжуйте робити те, що ви робите. Це зараз дуже важливо. А ми продовжуємо ефір.